Итак, друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о автоматическом поиске установки обновлений драйверов для графики Radeon, чипсетов Ryzen для Windows. И, соответственно, у меня нет графики Radeon, у меня, соответственно, есть Ryzen и чипсет для Ryzen в материнской плате. Соответственно, нажимаете «Загрузить», устанавливаете, я уже установил, и вот как выглядит приложение. Оно там подумает некоторое время. Кстати, если у вас Windows 7 или Windows 8, приложение покажет, что оно, ну, короче, оно откажется устанавливаться и напишет, что ваша система не поддерживает, не поддерживается. Соответственно, AMD Chipset Software Installer, именно software и чипсет, потому что у меня чипсет. И, соответственно, дальше, друзья, вот последние версии, которые мне предлагаются установить. AMD Ryzen Power Plan, AMD Driver GPIO, AMD PCI Device Driver, все это последние версии, AMD GPIO Driver и AMD SBUS Driver, AMD SPS Driver. Нажимаете «Установить», и они все будут устанавливаться по очереди. Если у вас есть видеокарта, соответственно, у вас там даже покажет последние драйвера видеокарты, надо, если их надо обновить, и, соответственно, вот и будет также автоматическое скачивание, установка по очереди и так далее. Друзья, так что ссылка будет в описании. Пользуйтесь. Всего доброго. Всем пока. До свидания.